Я Ирина Жигулина, ведущая генетик биомедицинского холдинга Atlas, и я расскажу о том, как сдавать генетический тест. В коробке с генетическим тестом есть пробирка с баркодом, инструкция и бумажный конверт для пробирки. Перед сдачей теста можно поесть, но затем важно прополоскать рот водой. Далее в течение 30 минут нельзя есть, жевать жвачку, курить и целоваться. А теперь подробнее об этапе сдачи генетического материала. У нас есть пробирка, в ней находится ватная палочка. Ей важно потереть с внутренней поверхности щеки в течение 30 секунд с обеих сторон. Не прикасаясь ватной палочкой к другим поверхностям, поместите палочку в пробирку и плотно закройте крышку. Баркод с пробирки зарегистрируйте на сайте atlas.ru. Пробирку с биоматериалом помещаем в бумажный пакет и кладем горизонтально. Затем вызываем курьера в личном кабинете и ждем результатов генетического теста.